Приветствую, друзья. Вот представьте себе, что вам хочется чувствовать себя хорошо, легко, свободно. А в это время ваш сын, например, или друг, например, где-то там далеко готовится к операции, вы волнуетесь об этом и не знаете, чем помочь. Как быть? Ну вот у меня есть такое понятие, образ такой, сними с крышки чайник, выпусти пар, чтобы решить волнующий вопрос. А как же иначе? Потому что ты пока стоишь на окне, а это волнующий вопрос, ты закипаешь, у тебя напряжение растет, надо снять крышку, выпустить пар. Потому что все на обратных связях. Например, можно решить вопрос и успокоиться. А можно успокоиться и решить вопрос. Так вот, друзья, сейчас будет вебинар 20 часов с Романом Газенко, и там будет кое-что мощное. До встречи.